шпионские войны, так называемый вариант холодной войны, идут всегда. Потому что каждая страна вынуждена в интересах своей национальной безопасности проводить разведывательные действия. Другое дело, насколько другая противоположная сторона сможет их пресечь. В данном случае я считаю, что молодцы наши коллеги из ФСБ, которые провели очень удачную операцию, выманили, так сказать, на себя этого шпиона через фактически подставное лицо и раскрыли его сущность. О том, что нам постоянно братья из океана говорят в кавычках, что мы вас любим, все хорошо, и продолжают свою работу. Вот это мы показали, что они как преследовали свои интересы, так и преследуют.